Добрый день! Сегодня будем готовить форшмак. Незатейливая, но очень вкусная закуска. Нужно заранее сварить 3 яйца вкрутую. Рыбу очистить от косточек. Нам понадобится филе или скумбрии малосольной, или сельди. Замочить хлеб в воде. Когда размякнет, хорошо его отжать. Яблоко почистить от кожуры. Масло тоже заранее достать из холодильника. Оно должно быть очень мягким. Все ингредиенты пропускаем через мясорубку, тщательно перемешиваем, и все готово. Я хлебушек в духовке зажариваю, не на сковороде, режу на кусочки, сбрызгиваю оливковым маслом и отправляю в духовку на 10 минут при температуре 200. Ну, следить надо за ними, раньше поджарились, вытаскивайте. Все, форшмак на хлебушек, можно перед подачей посыпать зеленым лучком. Это очень популярная закуска в Одессе. Хороша как под водочку, так и без нее. Котик тоже пришел на форшмачок.